сыграли 3-3, вот, мы расстроились, вот, что сыграли в ничью, хотя у нас было больше моментов. Была прекрасная атмосфера, вот, на трибуне болельщика, это 12-й игрок. Приятно при такой атмосфере играть. Жалко, что не смогли их порадовать победой. Бывает, что команда, когда пропускает много мячей, начинает обвинять защитников, вратаря. Мы единое целое. Мы вместе выигрываем, вместе и проигрываем, чтобы не разделяли на личности. В матче с Велесом будет не менее мощная поддержка. Будет нас также гнать вперед. А мы постараемся порадовать победой.